Друзья, всем привет! В этой помятой коробке приехали беспалые перчатки для велосипеда. Перчатки, разумеется, фирма RockBros. Кто знает, смотрел мои обзоры, знает, что я эту фирму люблю. Это, наверное, уже у меня пятые перчатки этой фирмы. И вот всегда они приходят в вот таких вот своих фирменных пакетиках. Как я уже сказал, это пятые мои перчатки фирмы RockBros. На все обзорчики есть у меня на канале. Кому интересно, ссылочки будут в описании. Переходите, посмотрите. Тут осенние, зимние теплые перчатки. Перчатки с пальцами. И самые первые мои перчатки, вот такие сине-серые, тоже были без пальцев. Но разницу про них сейчас расскажу. Перчатки размера Мелька. Давайте их сейчас померяю. Я уже научился правильно подбирать размеры и практически никогда не ошибаюсь. Так, сначала можно померить свою ладонь. Так вот, замеряем. Моя ладонь — это 8,5 сантиметров, поэтому я себе беру эльку. Давайте их сразу померяю. Да, с размером, как всегда, я все правильно подобрал. Сидят они на мне идеально. Заказал перчатки по банальной причине. Просто хочется что-то нового. В каждом сезоне хочется как-то чуть-чуть обновляться. Заказал себе новую форму, куртку, шорты. Там чуть-чуть апгрейдил свой велик. И вот, собственно, перчаточки тоже захотел себе обновить. Выбор пал на эти, потому что они идут с силиконовыми подушками, в отличие от моих предыдущих, которые были просто вот с каким-то там небольшим поролончиком. Эти имеют две гелевые подушки. Думаю, что там действительно гель. Снутри-то можно посмотреть, что вот она такая вот большая там вшивка идет. Это вот идет точно поролон. Поролон, вот эти вот вообще все рельефчики нужны, чтобы рука не уставала, чтобы не затекала кровь. А вот эти вот гелевые подушки нужны, чтобы смягчать удары, грипс в руку велосипеда. Когда едем по неровностям, чтобы постоянно не долбило нам в ладони, чтобы они не уставали, вот эти вот гелевые подушки должны нас от этого защитить. Верхняя часть перчаток выполнена 100% полиэстера комбинированного, часть такая вот гладенькая, эластичная, часть такая вот рифленая, дышащая, палец что-то типа какой-то замши алькантары, но все это, разумеется, синтетика. Имеются светоотражающие элементы, сама надпись RockBros светоотражающая, манжеты на липучке, под липучкой имеется резинка, шовчики все ровные, все хорошо. Ниток практически нету, чуть-чуть там внутри встречается. Но, собственно, что мы хотим? Китай есть Китай. Внутренняя часть перчаток выполнена из тонкого кожзама. Он достаточно мягкий. Здесь вот можно посмотреть, что он тоненький, но я думаю, что достаточно прочный. Шовчики здесь тоже все очень аккуратные. Как бы придраться к нечему. Ну, собственно, я говорю, что фирма эта хорошая. Не стал бы я пятый раз ее покупать. Вы наверняка знали, замечали, что при катании рука немножко потеет, и перчатки снять достаточно проблематично. Поэтому на беспалые перчатки на многие специально прикрепляют вот такие вот хлястики, за которые можно спокойно помочь себе снять перчатку с руки. На этих же перчатках этот хлястик пришит вот здесь вот сбоку. Я вам сейчас покажу. Вот, не видите? Стрелочка off вверх. Вот. С одной стороны, это прикольно, потому что хлястики, как на этих перчатках, так вот они не мешают пальцам. Сначала это некомфортно, потом привыкаешь, конечно, здесь этого нету. Но и снимать перчатку, честно говоря, вот так вот за край, как-то не очень удобно. Свои плюсы, свои минусы
в этой фишке есть. Вот этой синей перчатки, кстати, уже третий сезон. Можете вот посмотреть, что с ней практически ничего не случилось. Она чуть-чуть попачкалась, я их свободно стираю в стиральной машине. Но вот никаких проблем, чтобы что-то разошлось, какие-то швы, нитки, практически ничего нету. Можно сказать, как новые. Перчатки мягкие, легкие, очень классные. На руке сидят прикольно. Силиконовые вставки никак не мешают, не давят. В процессе езды посмотрю, наверное, в конце ролика свои ощущения вставлю. Вот. Перчатками очень доволен, смело рекомендую к приобретению. Приглашаю вас также зайти ко мне в раздел «Велоприбамбасы», в котором вы найдете еще много видео на велосипедную тематику. Повсюду ездит машины, сплошной туман и вон бензина. Достали черти, но прям не в мочь. Сигналки воют день и ночь. А мне не нужен Мерседес, пропал к машинам. Гонял по лесу, по асфальту в новых перчатках. В общем, что можно сказать, какой сделать вывод? Вывод, честно говоря, просто обычные хорошие перчатки. Фирменные, фирма проверенная, классная. Фишки вот эти вот, антигель. Честно говоря, вот эта вот мягкая подушка, она чувствуется. И вот эта вот одна красная, только вот ложится на ручку. И то, наверное, даже не очень-то ложится. Да, видно вам, не видно. Короче, вот эти вот подушки гелевые, может быть, они нужны и спасают при падении. Когда падаешь, летишь на асфальт, бьешься, смягчает удар на ладонь. Вот. Но при езде особой разницы с обычными перчатками я не заметил. Они не мешают, ну и ничем не помогают, так скажем. Короче, как-то так вот, друзья. Обычные, классные, качественные, недорогие перчатки для езды на велосипеде. Может быть, еще для занятий каких-то там видами спорта. Обзор можно заканчивать. Поднимайте пальцы вверх, если обзор понравился, был интересным. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Жмакни на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Велосезон только начался. Впереди много интересных видео на велосипедную тематику. На сегодня это все. Еще увидимся. Пока-пока. Не круче технику достали. Колеса, руль, седло, педаль. Я забил на колокольчик.